Танцев много не бывает, и люберецкие студенты доказали это. В городском округе прошел традиционный марафон «Мастер Стар. Область движения». На несколько часов большой зал Дворца спорта «Триумф» стал молодежным танцполом. Подробности в сюжете моих коллег. Перед началом марафона небольшая разминка. Волнуются не только танцоры, которые оттачивают движение, но и те, кто пришел поболеть за них. У каждой команды своя группа поддержки. Мы, Российская таможенная академия, пришли поддерживать наших девчонок. Мы надеемся на получение максимального удовольствия и просто хотим посмотреть, как танцуют. Готовились мы очень усердно. Каждый год выступаем на этом празднике. И надеемся сегодня также покорить всех. Покорять зрителей и членов жюри вызвались 9 команд. Это представители молодежных общественных организаций, вузов и средних учебных заведений. Этот «Мастер Стар» юбилейный. Большой танцевальный марафон проходит в Люберцах в 15-й раз. В жюри у нас это представители культуры, представители хореографических коллективов, вокалисты, спортсмены. То есть разнообразное жюри, которое, я думаю, по достоинству оценит наших конкурсантов. Кроме отдельного творческого номера, импровизация и моментальное переключение на другой ритм. От клубной музыки до национальных танцев. Задача участников – двигаться синхронно, плавно и не забывать про оригинальность. За каждый критерий команда получает баллы, которые в итоге суммируют, чтобы определить самую лучшую. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.